Краснозаводский велоспорт отмечает в 2021 году 70-летие. Дата хоть и неофициальная, но значимая для истории города. Ведь из стен велошколы выходили и чемпионы разного уровня времен Советского Союза, и участники Олимпиады уже в новой истории страны. Все начиналось с того, что дорожные велосипеды, кто имел на среднем поселке жил, объединились и начали потихонечку вести самостоятельную тренировку. Тут уже спорткомитет Загорского района был в городе Загорске. И нас уже стали немного привлекать к участию в соревнованиях. Так что 51 год уже первое участие в соревнованиях районного масштаба. Грант у нас за первое место. И она у нас как паспорт. Вячеслава Ивановича Чурилова можно считать родоначальником велодвижения в Краснозаводске. Он возглавил коллектив спортсменов. И первые соревнования у них были в городе Клин. И туда они добирались тоже, на этих же дорожных машинах, велосипедах, своим ходом до Клина. Но их не допустили, потому что не было шлемов. Даже тогда так, в 50-е годы. И их научили, говорят, вон видите поле, из соломы накрутите. И они крутили жгуты, чтобы как-то что-то, ну, безопасность прежде всего. А спустя годы краснозаводчане-велосипедисты становились мастерами спорта, в том числе международного класса, чемпионами Советского Союза и РСФСР. Для многих воспитанников Вячеслава Чурилова спорт стал и профессией. Елисеев Николай Николаевич, Чевадухин Вячеслав Иванович, Гаршин Евгений Анатольевич, Красков Александр Андреевич, Красовский Владимир Иванович. Сегодня велосипедисты входят в состав спортивного клуба «Старт». Мальчишки и девчонки осваивают мастерство под началом Евгения Гаршина, Анны Рощинской и Анжелики Герасимовой. Мы берем всех, кто пришел. А и получается естественный отбор. Они отбираются сами по себе. Потому что школа, родители, все это, как говорится, накладывает на них свой отпечаток. 5, 4, 3, 2, 1. Сначала тренируются на стадионе, через препятствия прыгают на стадионе, даже прыгают через Анну Петровну, она ложится, вот, рискует. В тепличных условиях, то есть это проводится, строится из фанеры, из бревен легкие трассы на высоте там 10 сантиметров сначала. Потом это все поднимается выше, выше, выше. И уже потом в лесу они уже себя комфортно чувствуют. Неотъемлемая часть тренировочного процесса – общая физическая подготовка. Здесь тренеры и оборудование сами мастерят, и ход тренировки разрабатывают, чтобы максимально развить нужные навыки у ребят. Это гимнастика, это упражнения на скорость, на ловкость. Ну, выносливость в какой-то степени небольшой. Скорость, ловкость, выносливость. И самое главное – обучение техники владения велосипедом. Это основа основ, это базовая подготовка. Это как дом. Без фундамента стоять не будет. Вот кто прошел базовую подготовку, хорошую, это, допустим, с 13, там, с 10 лет, сейчас уже помолодело это все. Если базовую подготовку тренер сдал, хорошую, тогда можно где-то в 16-17 лет ждать результата. Без базы ничего не будет. Это дом, он повалится и все. Есть база, но есть и новое в методике тренировок. Раньше мы не знали, что такое ваты. Это усилия, применяемые человеком ногой к педали. Так. Это самое основное сейчас, оказывается, приложение идет. Не знали, что такое компьютер. Сейчас у них компьютер на велосипеде. Если хороший компьютер, то он выдает все параметры, начиная с дистанции, со средней скорости, ваты, это немаловажно, сердечно-сосудистая система полностью работает.
Этого мы ничего не знали. Всеми новинками и наработками делится с краснозаводскими велосипедистами участница Олимпийских игр 2021 года Тамара Дронова. Она начинала свой путь в велошколе под началом Евгения Гаршина. Мы в таком, в этом самом, в тесном контакте и с ее мужем, с тренером. Владимир Волков как раз отрабатывает на велотренажере технику педалирования и выносливость. Он участник российской серии гонок Гран-Фондо. Каждый этап 100 километров. Ну, 4 гонки выиграл, а в одной был вторым. Ну и по сумме, естественно, победитель в своем возрасте Гран-Фондо России. Зачем вам это? Интересно. Это, знаете, вот я до 5, в 23 года закончил велоспортом заниматься. Потом 32 года жил жизнью и вообще на велосипеде не сидел. И в 55 лет вот поменял в жизни, начал опять кататься. И это очень интересно. То есть вот свободное время я посвящаю тренировкам, здоровью, здоровому образу жизни. Вот я уже проехал 18 километров, да. Средняя скорость 32 километра в час, ага. Пульс 147 ударов в минуту. База велоотделения спортивного клуба «Старт» мало изменилась с советских времен. Но здесь остался и дух, заложенный велосипедистами-первопроходцами 70 лет назад и поддерживаемый несколькими поколениями тренеров и велосипедистов. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, Антон Коврижных. Тема.